Я абсолютно убежден, что вот цветы и красота вокруг нас, она потихоньку переходит на красоту души, на настроение наших людей. И это очень важно. Важно, вот мы в коротком фильме, в презентации увидели о том, что замечают это прежде всего наши жители Казани, наши гости. И что вдвойне приятно, что не только жители это замечают, но начинают в этом принимать самое активное участие. Мы сегодня посетили несколько объектов благоустройства. У нас традиционно к этому времени, к осени, заканчиваются наши работы. И вот мы посмотрели тот же уголок Парина, где рядом со сквером люди начали благоустраивать собственную территорию, высаживать цветы, палисадники. Это хорошо забытое старое, в советские времена это было, но и хорошо, что это возвращается. Нас радуют ухоженные территории детских дошкольных учреждений, наших школ, различных лечебных учреждений, гостиниц, офисов, банковской сферы, промышленных предприятий. Заезжаешь на промплощадки наших гигантов и видишь, как они с какой любовью коллективы и руководство благоустраивают территорию. Все это важно. Мы сегодня посетили предприятие городское благоустройство Кировского, Московского, Новосавинского района. Они обслуживают. Я помню хорошо 3 года назад, там такое удручающее, советские раздевалки, туалет по запаху находишь, душ тоже вечно капает. Насколько внутри красиво сделано, с любовью, ухожено. И самое главное, благоустройство. Казалось бы, водители одни такие мужики, но тем не менее для них сделали цветочки. И я похвалил руководителя, оценил, что естественно вот в таких условиях, когда ребята переодеваются, принимают заявки, выезжают на линию и видят эту красоту вокруг себя, конечно, им хочется и город в таком состоянии содержать. В зале победителей конкурса, победитель фестиваля. Я очень верю, что он будет разрастаться. Все это связано, безусловно, прежде всего с желанием и с позиции руководителя. Конечно, это какие-то финансовые средства, это лишнее время, это лишние усилия, но вот это как знак качества. Я опять возвращаюсь к советскому прошлому. Помните, был знак качества. Вот победители сегодняшнего фестиваля, тех людей, которых мы хотим отметить, это знак качества любви к городу Казани. Вот вы те, которые любят. Я рад, что все наши жители любят нашу Казань и рады, что живут в нашем городе. Но те, которые кроме любви еще делают поступки около своего подъезда, около своего дома, около своей школы, детского сада, учреждения, офиса, я еще раз повторяюсь, входной группы. Это вот знак качества. Я вам хочу искренние слова сказать благодарности, как мэр города, и хочу сказать большое спасибо от имени жителей, для которых вы делаете Казань еще краше.